Открыто говоря, 84 миллиона для нашего театра – это хорошие деньги, конечно, потому что прошло 50 лет, все. Ну, как сказать, время… берет свое. Да, берет свое. Вот видите, например, самый проблемный у нас вот кровля. Пока мы это сегодняшним технологиям не закроем, это у нас большая проблема. Поэтому сперва мы кровлю сделаем, потом, ну, фасад уже мы заканчиваем, 60%, это уже ребята заканчивают 60%, полностью сделаем, где-то через 10 дней они сдадут нам это все полностью. Вот, впереди отопление, воздушное кондиционирование. Потом мы заменим кресла театральные. Хотим, чтобы стандарт, уровень был. Сейчас у нас стоит китайские кресла. Ломаются каждый день. Ремонт. Ну, вид портит. Еще что. Полностью у нас где-то 2000 квадратных метров стекло. Полностью поменяем. Еще что поменяем. Ну, полностью технические оснащения. У нас подъемники есть, которые где-то 40-45 подъемный механизм. Тоже поменяем. Ну, чуть-чуть время. Это по тендеру, по газозакупкам, по закону мы только должны соблюдать эту норму. Поэтому по времени чуть-чуть мы проигрываем. Стараемся до конца года закончить хотя бы 80%. Если оставшие суммы нам оставить, неосвоенные, мы думаем оставить нам, раз это предназначено для театра, дай бог, чтобы мы оставили. Ну, весной полностью территорию, и там фонтаны, это все, брусчатки поменяем. Граниты поменяем, все, ну это весной. И у нас по плану где-то в апреле, в мае хотим сделать открытие театра. Вообще, что будет новый театр.